Всем привет! Фуникулёр в Алании стоит вот столько. А получается, взрослый в оба конца 39 лир, детский в оба конца 26. Взрослый билет в одну сторону, только вверх, 32. Для детей в одну сторону 22. Работает с 9.30 до 23.00. Покупаете билет и едете. Очередь, все стоят. Едем дальше. Вот такие кабинки современные. Сейчас покажем их внутри. Открываются оттуда красивые виды на море, на горы. Это вот касса, очередь. Находится в Алании, где пляж Клеопатра, недалеко от пещеры Далматаш. Канатная дорога в Алании. Стоит 300 рублей в одну сторону, 370 туда-обратно. Верхняя площадка фуникулера в Алании. Вот так он приходит. Здесь кафе. С нее уже открываются красивые виды. На море, на Аланию. И идет дорога к крепости Алании, к верхней ее части. Вот туда. Там наверху крепость Алания. Идем дальше.